В районном конкурсе «7 плюс я» приняли участие три молодые семьи – Корчковых, Антошкиных и Хребко. Первое состязание называлось «Чудо-ребенок». Из подручных материалов участники должны были сделать ребенка и дать ему имя. Имена получились такие же шуточные, как и сам конкурс. К примеру, Купидошка или Масяня. На втором этапе мужья писали оды своим любимым, а жены в это время делали им смешные прически. Дорогое, любимое солнышко, каждый день мой посвящен тебе. Я люблю, моя прелестная, ты моя. В третьем испытании участникам предлагалось найти выход из той или иной ситуации. На поставленный вопрос надо было ответить заранее выбранной песней. Через год после свадьбы. Леник, солнце, я тебя люблю, но замуж не беру. После всего этого участники конкурса демонстрировали свои творческие способности. Они показывали номера, которые подготовили вне конкурсной программы. Рядом теперь с тобой, мачо и ковбой. Ты обещал прийти около 10, 10-12 час, так и не дождалась. Возможно, этот номер Ольги и Евгения Корчковых и повлиял на окончательное решение жюри. Первое место, второе заняла семья Антошкиных. Третья у пары Хребко. Семья Корчковых будет представлять Солнечногорский район на областном конкурсе. Мы постараемся город Солнечногорск не подвести. Зональный этап московского областного конкурса молодых семей «7 плюс я» на этот раз будет проходить в Солнечногорске. На нем отберут пары финалистов, которые будут претендовать на главный приз – квартиру.